1 июня, время обеда, налил им молочка, но им по барабану, они уже мамку насосали. Короче, это, молочко не в почете, в почете криль, короче, вон перевернули криль, и вон балдеют, короче, кто где. Кто пришел напиться, кто пришел подраться, кто пришел послушать свежих новостей, да? Белый вон там балдеет в конуре. Эти вон два братика-сестренки чухают друг друга. Вон того правого, вон, который между двумя этими, вот-вот-вот, который заскочил на деревяшку, собака прихватила. Очухался. Молодец. Товарищ посоветовал назвать его Вагнер. Вон, а он трехцветный какой красивый. Вон, уши рыжие. Вон они как играются. А, они, братики, сестренки. Вон, брык, быстрый спуск. Брык. И на четыре масла. Настоящие кошки. Вот с него все началось, а с мелкого вот это. Вот этот крупненький покрупнее, а вот самый мелкий черный это по-любому или фарт, или фортуна. Вон они как угорают. Классно Вова им полигон построил. Что? Что, Муся? Муся, и ты в кадр, звезда. И ты в кадр, да. Да, да, детишки. Видишь, как твои? Прикольные какие получились у тебя. Кто мог мечтать, что вот такое у них будет детство счастливое, а? Да? С Вовой прикольно? А то. Сетевой маркетинг Вова еще лучше делает. Когда сеть была 980 человек. Да, кто на офис приходил, на автовокзал. Все, кофеек, чаек, шоколадные конфеты, птичье молоко, да. Любовь, забота. Вова сам в офисе полы мыл. Да, кладовщице не доверял. Вот так. Так что с Вовой прикольно. Если Вове тема в голову попала, в душу. Вот видишь, котяток полюбил. Началось с одного, вон мелкий самый черный фарт. И вон всю банду привел. Он фарт. Так что вы фарту обязаны проставиться. Муся. Слышишь? Фарту должны по жизни. Это он всю банду вашу привел. Вот так. Классно, я благодарен. Добавили красок жизни. Он белый. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Оп, белый. Белый драчун. Вон они, шкурики, что вытворяют, а? Мамку насосали, так сейчас... И вечером у них еще обострение такое. 1 июня, ну ладно. Завтра заезжаю на 2 дня. Вова себе там напланировал пикник. Дождик будет. По ходу движения сбросит реквизит на середине 500 метров на дороге. Построит балаган быстренько. Из веревок натянет каркас. Не из деревяшек, как раньше, а из веревок. Сейчас пойду фал куплю хороший. И тент. И сделаем балаган по ходу движения. Сброшу реквизит. Потом поеду в лагерь. Там сброшу основной реквизит, потому что мыться там придется. И 2 дня, 2 ночи впереди у меня. Видосики позаписываем. Ну а уже после того, как все разъедутся, опубликуем их. Вот, будет прикольно. Я приготовил чайник, там все, корейскую газовую плитку там. Думал, на 1 день заеду, на 1 ночь. Тогда думал, в лесу переночую, около костра. Но посмотрим, как дело пойдет. 1 ночь, может быть, в лесу переночую, а 2-ю ночь в тепле. Вот они, никакие классные. Так что это, классно, когда изведанное место или планы вот, продуманы, да, есть время на подготовку, можно классно все продумать, а потом просто осуществить. С хорошим бюджетом вообще любое по плечу дело. Как вот слушал профессиональных путешественников историческую передачу, что неудача от того, что не было спланировано. Вот, а когда все спланировано и хороший бюджет,
то тогда все удачные все путешествия, открытия сделаны. Вот, вон шкурики. Да? Муся, это ты все спланировала? А? Ты все спланировала? А я помню, с очком тебя ловил. Был приказ в прошлом году поймать Мусю, злодейку, которая бамперы автомобилей, когда на дальняк обклеивают их ребята, перекупы, перегоны автомобилей, и что ты коготочки чешешь об обклеенный поролоном бампер на дальняк, приготовленный до Перми, да, до Новосибирска, Сусуриска. И был приказ. Вова взял сачок рыболовный и поймал тебя. Помнишь, в подвале? Но рука дрогнула. Тебя хотели застрелить, Муся. Прикинь, кто бы мог подумать, что через год ты будешь с Вовой жить, а? Муся, кто бы мог подумать, а? Видишь, как в жизни бывает? А? С таким интеллектищем. Такую личность чуть не загубили в прошлом году. Да? Вот так и между людьми. Предлагаешь людям сетевой маркетинг. Им не надо. А потом с матрасом бегают за Вовой. Да? Проконсультируй про БАДы компании 4life.dv.ru, 4life.com, да? Когда смертью запахнет. Да, Муся? Да, Вова тоже такой же невежа был в 2009 году, в 2013 году. Точно так же морду воротил, шея длинная, резьба мелкая. Пока вот с Иришкой не прислучилась онкология, пока самого не перекосоебило с суставами он, да, пока грибок он не сожрал, палец большой, с 2002 года жрет уже грибок, и ничего сделать не можем, да, внутри идет борьба там с вирусами, бактериями, грибами, онкологическими клетками, да, иммунитет борется, а БАДы компании For Life Research помогают сделать иммунную систему компетентной и победить пока еще в стадии баланса. Вот он шкурик, вот он, все. А ну-ка давай-ка усложним вам задачку, а? Фарт, это ты фарт, а? С тебя все началось? Ну-ка давай вот сюда, ну-ка покажи-ка им высший пилотаж. Вот скажи, как я могу. А? Да, фарт? Скажи, я самый крутой. Я вас всех привел к Вове. Да? Ну-ка. Не опозорь погремуху свою, фарт. Или фортуна. Кто-то там, мальчик или девочка. Сначала была фортуна, потом вроде кто-то сказал, что ты мальчик. Ну-ка, покажи им. Насколько ты крут, самый первый, выше всех. Опа, молодец. А второй раз? Давай второй раз. Опа. Давай второй раз. Да ладно ты. Давай второй раз. Ну-ка давай, вторая попытка. Ну, не опозорь. Давай. Ну-ка. Вот так все должны лазить. Третий уровень. Да. Повышаем квалификацию. Третий уровень. Сначала по полу бегали, потом освоили вот этот пенек. Вот. Видишь, как прикольно все? Все. Поверил в себя. Вот он, фарт. С него все началось. 29 апреля нашел его. Кричал: помогите. Вода на него текла. Ливень был. Вова нашел на смену кочегарить. Вот так, молодец. Поверил в себя? Все, самый крутой будешь из банды. О, видишь как? Вон, видишь, мамку сосут. Ну все, интим
Это таинство. Не будем показывать. Все, все, все. Молодец, молодцы, молодцы. Вон он уже к мамке уже. Уже к мамке уже прыгнул. Все, поверил в себя, осмелел. Уже к мамке прыгнул. А? Да? И мамка играется с ним. Все, поверил в себя. Высоту взял. Вот так в жизни бывает. Вот так, вот так, вот так. Мамуля ему внимание уделила. Да, 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 да. Все, давай, молочка заслужил. Фарт. Вот этот самый мелкий фарт. Вот они, вот они, вот они, вот она. Мамочка их. Мамочка их любит. Вот так они с мамкой играются. Хорошее видео получилось. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, в любви. Вот так. Ну, прыгай. Иди молочка тебе налью. Иди молочка налью тебе. Давай, молочка тебе налью. Заслужила. Ну-ка, давай. Давай, молочка. Выпьешь, еще налью. Давай. Иди попей. Все, поехал я реализовываться. Бензина надо купить. Все, помчался. Давай. Ну все, ребята. Сетевой маркетинг я делаю еще лучше. Смотрите YouTube канал 4livedv.ru, 4live.com, БАДы для комбинетного иммунитета. И lambre.ru, парфюмерия, косметика. 20 лет занимаюсь. Вот. И касса взаимопомощи BeFree. Деньги на каждый день, деньги на мечту. Кстати, вот это все построено на деньги BeFree. Вот эти все железяки куплены. Первый платеж пришел, $150. И вот оно все как бы получилось так. Ну все, слава богу. Плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram. Плюс 7-914-974-45-45. Кто досмотрел до конца, тот молодец. Приглашаю в нашу дружную команду.